Подвал одного из домов на Комсомольской превращается в бассейн. Уже 2 дня помещение заполняется водой. Правда, откуда она взялась, до сих пор неизвестно. Иду вот, одну ступеньку, на ступеньку еще. Ну, а дальше уже. Сейчас вода в подвале стоит на уровне 15 сантиметров. В помещение она идет с улицы. Во дворе дома несколько дней назад образовалась огромная лужа, из-за чего непонятно. По словам местных жителей, из-под земли забил родник. Правда, природа его пока неизвестна. Возможно, это следствие повреждения сетей. Управляющая компания на просьбу ликвидировать ЧП не отреагировала. Жильцы дома попытались решить проблему самостоятельно. С помощью топоров и лопат они отвели воду в старый водосток. Да, рубили тут. Ну, тут вечно, всегда мы в этом месте воду всегда там у нас прочищена была, и вода как бы сходила, побыстрее сходила. А сейчас же все заледенело и затрудилось, пришлось прорубать все снова. Из двора вода ушла, вот подвал, как и прежде, затоплен. К решению проблемы подключились специалисты водоканала, которые сейчас пытаются найти точное место повреждения сетей.